Сегодня мы с вами поговорим о культурных кодах, о формировании советской сельской праздничной системы. Почему мы говорим о советской праздничной системе? Ибо в этот период была сформирована абсолютно новая система. Мы будем ее рассматривать через систему культурных кодов. Под культурными кодами мы будем понимать знаково-символическую систему, которая замещает не только реальность, но и формирует коммуникативные действия. Мы можем говорить о сформированности советской идентичности только после того, как сельское население восприняло эти новые культурные коды. Несмотря на то, что в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20 века Россия прошла определенный процесс модернизации, тем не менее основная часть населения проживала в деревне. И вот от того, насколько сельские жители быстро воспримут новые советские коды, от этого зависела, собственно, стойкость власти. И власть была в этом заинтересована. Обычно формирование культурных кодов делится на три таких периода. Первый период – это 1917 по середину 30-х годов. Известно, что в этот период в крестьянской среде праздники опирались на религиозный календарь. Так вот, известно, что большевики боролись с религией, ну и, собственно, с этими праздниками они тоже боролись. В 20-е годы в Сибири даже было такое понятие борьбы с такими праздниками религиозными – это метод бури и натиска. Причем это достаточно жестко все проходило. Красное Рождество, там Комсомольская Масленица и так далее. Но, как показала практика, эти методы не были восприняты крестьянством. И только когда большевики обратились к дореволюционным культурным аграрным кодам, в частности, поклонениям Матери Земли, благодарение земли за хороший урожай. Ну, тогда дело как-то сдвинулось. В 1923 году был введен советский праздник День урожая. И вот именно благодарение земли очень хорошо, как бы сейчас сказали, зашло. Но, тем не менее, новые, конечно, атрибутивные коды появились. Появилась, например, выставка сельскохозяйственная, но это тоже хорошо воспринималось, поскольку техника, она должна была облегчить труд крестьян. Ну, здесь уж, безусловно, был определенный плюс. Также советская власть старалась, чтобы коды проникали в семью, ибо труд и семья – это такие доминанты сельского общества. Здесь менялся пространственно-временной код, то есть из церкви такие партикулярные праздники, как свадьба, рождение ребенка, переносились в ЗАГС. Но, конечно, в 20-е годы, когда были революции, войны, и вообще менялась политическая система, так легко заменить церковь на сельский совет было непросто. И вот этот период характеризуется несформированностью, скажем так, культурных кодов, поскольку, допустим, звукомузыкальный код, новых песен не было еще, а старые традиционные песни, они были про любовь, страдания, ну и здесь, конечно, смело товарищи в ногу, мягко говоря, не заходил крестьянам, поэтому они продолжали праздновать по-старому все. Но ситуация изменилась во втором периоде. Это 30-е, 50-е годы. Но здесь мы можем говорить в основном о втором периоде, это послевоенный. Конечно, это День Победы, это Международный женский день, День Конституции. Но здесь меняется сам подход, политика самого государства. Хрущев на первое место поднял возвышение народных масс. Ну, собственно, где их не возвышать, как на трудовых праздниках. И опять обращение было к семье и к труду. Здесь появились трудовые праздники профессиональные.
Ну и, кстати, Целина, которая в том числе и в Алтайском крае проходила, она дала прекрасную возможность. И, кстати, деньги теперь уже выделялись на проведение таких праздников. А новые коды появились, например, при посвящении в профессию. Во-первых, это все было в клубах. Это новые атрибуты. Повязывали ленты тем людям, которые посвящались профессии. Было написано «посвящаются в хлеборобы». Дарили ларец резной, красивый, с землей. Вот опять отсылка, да, к дореволюционному поклонению земли. Далее произносилась клятва юными хлеборобами. Ну и кульминационным моментом являлась эта запись в тетрадь этой клятвы. Далее поздравления, подарки. И опять же, подарком служил первый рабочий костюм. Они клялись честно, хорошо работать, внедрять новые технологии и вообще любить труд, источник благосостояния и счастья. И, кстати, на первое место выходил именно трудовой энтузиазм и уважение к физическому труду. По-прежнему власть не оставляла и семейные праздники. Здесь большое внимание уделялось молодым семьям, особенно это в целинных совхозах было, когда рождался ребенок. Казалось бы, да, это семейное такое событие, но, во-первых, приглашали в клуб, приглашали всех односельчан, родственников. В клубе вешали детский портрет Ленина, каравай подавали и обязательно прикрепляли большой красный бант к груди. Это символ новой власти. Конечно, это воспринималось очень положительно, и все поздравляли молодоженов, конечно же. И в эти годы появляется еще один любопытный код кулинарный – это советское шампанское. С 52 года переиздавалась книга. Книга «Вкусной и здоровой пищи», где красной нитью проходила мысль. До революции люди пили от горя, после революции они пьют от счастья. Ну и, надо сказать, была поставлена задача, чтобы на праздник в каждой семье было шампанское. И, надо сказать, СССР вышел на третье место после Франции и Германии по производству шампанского. Ну и если сравнить, то в 27-м году выпускалось 8 миллионов бутылок, а в 40-м уже 40. Ну и, наконец, третий этап – это 60-е, 80-е годы. На данном этапе, в спокойные годы, здесь все больше и больше власти уделяют праздникам с научной точки зрения. Проходят многочисленные мероприятия, конференции, выпускаются различные монографии, дискуссии, как проводить. И тогда впервые возникла дискуссия, насколько можно национальные элементы пускать в общесоветские праздники. И данный период характеризуется, ну, конечно же, новыми кодами. Например, в День Победы возникает, когда идут передачи, радиопередачи, стук человеческого сердца. Ну, а поскольку уже деревня была радиофицирована, все это стало возможным. А также новые коммуникационные ходы, например, фразы «Именем Союза Советских Социалистических Республик». Сама фраза отражала огромную силу, мощь, вызывала гордость, да, советского человека. Ну и потом этот период характерен созданием клубной сети. В каждом поселке фактически был дом культуры, и всевозможные кружки организовывались. Это были клубы, могли быть и женские, и мужские. Они могли быть там клубы балета, танцев, альпинизма, туризма, шахмат, все чего угодно. И часть исследователей нам говорит о том, что в данный период была создана такое клубное учреждение вот по всей стране. Настолько было много этих клубных учреждений, что вот такая система не была создана ни в одной стране мира. И что очень важно,
становились акторами. Сами участники, любой сельский житель мог организовать кружок, стать актором этого мероприятия и сам проводить такое мероприятие. Это очень было важно. Поэтому в 60-е, 80-е годы мы можем с полной уверенностью сказать, что социалистическая обрядность полностью поглотила нижний ярус сельского общества.